Одна из наших задач, которую мы перед собой ставим как организаторы, и вы, наверное, как участники, это собрать некое вот такое комьюнити, то, что по-русски называется сообществом, людей, неравнодушных к технологиям и финансам, и особенно к их взаимодействию двух этих направлений, и, соответственно, делиться знаниями, опытом, рассказывать какие-то интересные о своих проектах, об интересных трендах на рынке и так далее. Вот, соответственно, если говорить про аудиторию, я думаю, так или иначе, 90% аудитории вот здесь отмечено, то есть это разработчики, IT-директора, менеджеры IT-проектов, люди из трейдинг-индустрии, из финансовой индустрии, банковской, блокчейн, биткоин, комьюнити и так далее. Вот, сфера интересов, блокчейн, P2P, системы микрокредитования, машинное обучение в области финансов, алгоритмические торговые системы, о которых мы поговорим сегодня. Вот. И, собственно, на самом деле множество других тем. Это просто вот там первые пять тем, первые пять, не знаю, таких типовых профессий, которые нам пришли в голову. Соответственно, отдельно бы хотел еще раз напомнить об организаторах. Это компания Waves Platform. Ребята разрабатывают систему токенов на блокчейне, да, достаточно интересно, на сайте у них все это хорошо описано. Саша Иванов, CEO этой компании, выступал в прошлый раз и сегодня расскажет достаточно, я считаю, интересную тему про трейдинг, крипто-трейдинг, как я это называю. Вот, Виталий Цигулев и агентство Digital Finance, которое помогает нам активно продвигать наш метап в интернете, ну, на самом деле, не только в интернете, в офлайне тоже. Безусловно, огромное спасибо площадке Digital October в лице Марии Поповой, которая предоставила нам всю инфраструктуру и активно нам помогали своей экспертизой в плане продвижения нашего мероприятия, опять же, в интернете и не только. Соответственно, я представляю TechHub Ключ. Это такое место, коворкинг, офисы, где технологические стартапы развивают свои идеи и проекты, и в частности сегодня будут выступать две команды, двое резидентов из Ключа. Как раз один из них тоже является нашим соорганизатором, это Федя Пшурков. Вот. И, соответственно, Павел Федоров из TerraData тоже расскажет достаточно интересную тему про новые тренды в финансовых, ну, новые инструменты для финансовых аналитиков и забыл вообще, он лучше расскажет. Вот, соответственно, вроде бы никого не забыл. Соответственно, у нас есть сайт, на нем все написано, наш манифест, все наши контакты. Заходите, у нас есть Facebook-группа, подписывайтесь, мы будем регулярно выкладывать какие-то интересные новости, информацию о следующих метапах. Есть email, по которому можно обращаться, есть телеграм-группа для более оперативного общения, если надо какие-то вопросы задать. Все эти ссылки есть на сайте. Вот. Ну, в принципе, все. А, да, важный момент. Спикеры, соответственно, одного представил, это Павел Федоров. Также Саша Иванов из Waves нам сегодня расскажет про крипто-трейдинг, я тоже это упоминал, но начнет Федор Пшурков с очень заманчивым названием Algo Revolution 2.0. Вот, что бы это ни значило, Федя, расскажи нам.